Всем привет! Сегодня хочу показать вам такой интересный узор, связанный крючком. Он очень красивый, такой фактурный, объемный и в то же время ажурный. Называется узор с буфами. Вот эти выпуклые шарики – это буфы. Вот так узор выглядит с лицевой стороны, вот так с изнаночной. Узор этот двухсторонний, и вяжется он совсем несложно. Раппорт узора по горизонтали составляет 12 петель, по вертикали 4 ряда. Приступаем к вязанию. Для начала вязания нашего узора мы набираем цепочку из 25 воздушных петель. Набираем 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 23, 24 и 25. Делаем одну воздушную петлю подъема, то есть это как 26 пойдет воздушная. И весь этот ряд первый мы будем вязать столбиками без накида. Вставляем в первую нашу петельку, провязываем, во вторую петельку провязываем. И так мы вяжем до конца ряда просто обычными столбиками. В конце ряда мы провязываем последний наш столбик, делаем одну воздушную петлю, разворачиваем, вяжем наш второй ряд. Начинаем мы вязать из 3 столбиков без накида. Столбика. Теперь мы будем вязать наш буф. Вначале мы делаем 3 воздушных петли, набрасываем накид, затем мы 1, 2, 3 пропускаем, в 4-ю мы вставляем подобие стеночки, провязываем столбик с накидом, провязали. Теперь мы будем делать наши наброски. Вначале мы делаем накид. Вот под эту арку мы вводим крючок, захватываем нить и ее вытягиваем. Вот таких элементов, стач из накида и вытянутых петли, нам нужно сделать 5 раз. Вот мы один раз сделали. Набросили накид. Снова подхватываем нить, вытягиваем. Это второй раз. Делаем накид, подхватываем нить, вытягиваем, это третий раз, накид, подхватываем нить, вытягиваем, четвертый раз и последний раз мы делаем накид и вытягиваем нить. Вот если посчитать вот этих тут петелек у нас на крючке, должно быть 11. Мы берем и одной петелькой и все провязываем. Так. Делаем 3 воздушных петли. Затем мы опять считаем 3, пропускаем. В 4-ю вставляем крючок, провязываем столбик без накида. И таких столбиков у нас здесь должно быть 5 штучек. Вот один мы провязали. Второй, третий,
Четвертый. И пятый. Теперь мы делаем опять наш элемент с буфом. 3 воздушных петли. Раз, два, три, пропускаем. Вставляем в четвертую. Провязываем столбик с накидом. И делаем опять наши наброски. 1, 2, 3, 4 и 5. Все вместе их провязываем. Делаем 3 воздушных петли. 3 пропускаем. В четвертую вставляем. И так как у нас тут конец, по узору 5 должно быть столбиков без накида, мы делаем 3 для симметрии. И снова делаем 1 воздушную петлю, разворачиваем наше вязание. Вот уже у нас тут красиво получается. И весь этот ряд мы будем вязать снова столбиком без накида в каждую петельку. Вот здесь между вот этими, где мы делали 3 воздушных петли, мы будем делать по 3 столбика. Одну мы будем провязывать в вершину нашего буфа. И опять 3, тут 5, 3, 1. В общем, все вяжем мы столбиками без накида. Вот сначала мы делаем 3 наших начальных столбика. 3. Затем провязываем в подушку. 3. 1 мы делаем вершину нашего буфа. Вот мы провязываем. И затем опять мы делаем 3, здесь идут наши 5, мы их так 5 провязываем. Так вяжем до конца ряда. В конце ряда мы делаем снова 3 столбика без накида. Вот третий. И воздушную петлю мы делаем. И еще вторую делаем. То есть теперь в этом ряду у нас буф пойдет в самом начале. Мы должны сделать здесь 2 петли подъема. Делаем накид. В первую петельку мы провязываем столбик с накидом. Вот, провязали. Здесь вот у нас образовалась дырочка. В эту дырочку мы будем провязывать наш буф. Делаем накид. И опять же наши делаем 5 протяжек. 1, 2, 3, 4, 5. И все в одну провязываем. Так, протягиваем. Делаем 3 воздушных петли снова. Вот наш буф получился первым. Вот мы провязали вот в эту в первую. 3 пропускаем. 1, 2, 3. В четвертую мы вставляем, провязываем столбик без накида. И таких мы должны сделать 5. Второй. Третий. Четвертый.
пятый. То есть наши буфы будут располагаться в шахматном порядке. Делаем 3 воздушных петли, накид. Раз, два, три, пропустили. В четвертую мы провязываем столбик с накидом. Делаем наш буф из 5 состоящих. Если нитка тонкая, например, вы вяжете из мохера что-нибудь такое интересное, можно сделать не 5 протяжек, а больше, чтобы наш буф был более объемный. 2, 3, 4, 5. Мы делаем 5. Все вместе в одну провязали. 3 воздушных петли. 3 пропускаем. 1, 2, 3. Вставляем в четвертую. Два. 3, 4, 5. 5 провязали, 5 делаем 3 воздушных петли. Накид. 1, 2, 3. И вот получается наша последняя петелька. Мы провязываем столбик с накидом. Набрасываем накид и делаем наш буф. 1, 2, 3, 4, 5. Все вместе провязали. И здесь мы делаем одну петлю подъема, разворачиваем. Этот ряд мы будем уже вязать столбиками без накида, весь ряд. Значит, мы первую провязываем вершину. И дальше мы вяжем в дужку, мы вяжем 3 столбика. Затем идет наша пятерочка. Четыре, пять. Раз, два, три. Одну мы вершину провязываем. Снова 3. Теперь наша пятерочка столбиков наших. Здесь 3. И одну вершину за обе дужки. Одна воздушная петля. Вот таким образом мы вяжем дальше, чередуя наши ряды. Раппорт узора вертикального у нас 4 ряда.